Завтра, 1 декабря, вступает в силу этот конгломерат законов, кипа документов, принятых Думой, и плашки про касание деятельности того или иного лица и влияние иностранное, и книжки в полиэтилене, и по паспорту. Вы вообще допускаете, что человек приходит и говорит: вот паспорт, дайте мне, пожалуйста, книгу Дмитрия Львовича Быкова? Они говорят: у вас паспорт. Стас, вы понимаете теперь, почему я всегда поощрял пиратство? Я всегда заботился о том, чтобы мои книги, в том числе только что изданные, были размещены в интернете. Я всем хочу сказать: ребят, меня покупать, предъявлять паспорт — это себя не уважать. Ну, чего вы, правда, будете покупать эти книги, когда все, что я написал, выложено в интернете? Когда-то люди, ведущие мой сайт, с моей подачи, с присланных мною оригиналов, сейчас с опечатками, размещали все мои романы, размещали все биографии. Большинство лекций выложено в интернете, где пиратский, где не пиратский. Скачать бесплатно можно все. Единственная защита от запретительства – это пиратство. Надо действительно, наше дело левое, надо выкладывать все, что вы делаете, как можно шире. Гонорары в России все равно ничтожные, кроме, опять-таки, ничтожного количества счастливцев, заслуживших это вполне. Но я на гонорары не жил никогда. Я всегда жил на то, что зарабатывал журналистикой и преподаванием. Поэтому убедительная просьба скачивать. Никакие запреты здесь ничего не сделают. VPN вам в помощь.